Дамы и господа, вот и наступает тот самый легендарный момент. 43-я серия по прохождению Need for Speed Unbound. И сегодня, дорогие друзья, нас с вами ждет финал. Я не могу сказать, что это долгожданное событие, я даже скажу наоборот. Это событие я бы хотел оттянуть на попозже. Несмотря на то, что 43 серии подряд, каждый день они практически выходили, за исключением одного маленького перерыва, и мне все равно мало. Друзья, но факт остается фактом. Сегодня мы полностью пройдем эту игру. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и... 43-я, финальная серия по прохождению NFS Unbound. Друзья, сразу просто вот, ну, во-первых, пожелаю всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, и напомню, что у нас есть такая традиция, что мы, в принципе, каждую игру провожаем царским лайком, каждую пройденную игру, и мне кажется, NFS Unbound заслужила, вот, ну, прям вот заслужила. Ну, вот прям вот, я очень хотел бы, знаете, вот 30 тысяч, мне кажется, это вот, ну, такая отметка, которая, ну, вот... Точно вы сможете. Если захотите, вы сможете. И вот, мне кажется, вот я прям похлопаю этой игре. Я понимаю, что, может быть, сейчас это смотрится кринжово, но, пацаны, мне очень она понравилась. Я еще свои впечатления скажу в самом финале. Мы еще не знаем, что нас ждет вообще, в принципе, в финале. Но давайте, друзья, по порядку. Значит, я надеюсь, вкусняшка приготовлена. Всем хорошего настроения. Значит, я в прошлой серии сказал вам, пацаны, что ждите сюрприз. Но я не могу просто взять и в финал не ворваться на чем-то новом. Я долго размышлял. Я заходил, вот, значит, в покупку автомобиля, смотрел, думал построить, может быть, Chevrolet C10. Ну, пикап, на котором просто в конце, как, блин, вот так вот сделаю и все. Смотрел на другие автомобили, типа вольвешники всякие, смотрел наоборот на супер что-то дорогое, типа 1000 за 300. Много вариантов перебирал, даже рассматривал даже как вариант М3. И знаете, друзья, я понял одну вещь. Я не знаю, как вы оцените этот шаг. Я, ну, забегая наперед, скажу, что я купил машину, я ее построил, я сделал из нее то, что вот мне прям по душе. Возможно, многие скажут: Саня, ну вот, ну ты же мог без этого, а? Ну зачем? Зачем? А возможно, кто-то меня поймет и поддержит. Знаете, друзья, я, будучи маленьким, я извиняюсь, я сейчас не то что затягиваю время, мне хочется просто проговорить все, что у меня на душе, потому что, говорю, игра мне очень понравилась. И сейчас немножечко окунуться, если в мое детство, когда там я играл в школьные времена, там, когда выходил андеграунд какой-нибудь, я смотрел на все эти машины, думал, блин, это что-то для меня такое недосягаемое, и как бы вот эти там, даже Тибурон какой-нибудь Hyundai, вот этот мне запомнился, или какая-нибудь Toyota Celica, я думал, что это, ну, все вот какое-то, ну, космос просто, ну, то есть это реально спортивные машины, это как что-то вот недосягаемый уровень, ты их на улице не встретишь, что такое. И вот так случилось в моей судьбе, что есть... В некоторых играх те машины, которые у меня сейчас присутствуют в реальной жизни. И я так подумал, друзья, я ни одну NFS, вот могу ошибаться, можете меня поправить, но, по-моему, я ни разу не проходил NFS, вот финал, да, вот в финале я выступал на тачке, которая у меня есть в реальной жизни. Поэтому я решил осуществить, наверное, такую, знаете, давнюю забытую мечту детства, потому что это даже не то, что мечту, это же какой-то, ну, просто даже то, о чем я, наоборот, не мечтал. И, друзья, я решил в финале... прокатиться на автомобиле, который у меня есть в реальной жизни. Я сделал его таким, каким мне он нравится. Возможно, я что-то подобное сделаю к весне в реальной жизни. Но пока у меня машина голубого цвета, друзья, это BMW M2 Competition. И буквально я вот сейчас считаю до трех, и я показываю вам то, как в моем понимании выглядит реально крутая M2. Скажу сразу, можно посмотреть вот сюда вот. Ctrl-C, Ctrl-V. Я не знаю, друзья, я очень, очень сильно хочу оклеить в черный сатин свой М2, я понимаю, что уже и мода прошла, но мне, в принципе, похуй всегда было на моду, мне главное, чтобы, знаете, мне как-то визуально нравилось, просто мне кажется, что М2, пузатик такой, знаете, закругленный попец такой, вот, ну, вот эти вот формы, сатин очень передает, и именно в черном цвете эта малышка становится просто максимально злой. Я не стал борщить, я сделал просто M-Performance пакет, то есть у него сплиттерочек M-Performance, порог M-Performance, сзади диффузором M-Performance и поставил форштайнер, и все. Затонировал, сделал как бы тонировочку, и в моем понимании это реально очень крутая М2, которая очень классно выглядит. Чуть притонировал заднюю оптику, спереди не стал трогать, потому что это уже немножечко как-то так себе. Хотя, может быть, она стала бы выглядеть еще злее. Друзья, S+, 40% дрифта. Я настроил машину, чтобы на ней сейчас, естественно, будут гонки. Тут дрифта, наверное, не будет даже. Топ-спид 372 км в час, что, в принципе, на 1 км в час медленнее, чем Авентадор. И 3.2 до 100. Никаких выдающихся характеристик, но эта машина, друзья... Вот само понимание, что эта машина
есть у меня в реальной жизни, и я сейчас в игре, в финале. Да, она, конечно, не стоковая, это просто какой-то космос. Тут я сейчас на секундочку вам скажу даже сколько сил. 843 лошадиные силы. А, у меня, конечно, не такие параметры, но, друзья, я выбираю именно этот автомобиль. И давайте, я понимаю, что я уже заболтался, все хотят финал. И мы в него отправляемся. Мне, к сожалению, пришлось продать несколько своих машин, чтобы реализовать эту М2. Она обошлась мне в кругленькую сумму. Я думаю, порядка 450 тысяч на нее ушло. Она в полном тюнинге. Там все, все элитные детали, все, даже нитро. Опа, подожди, вот это я дурачок, кстати. Вот сейчас я мог бы уехать. Я же не знаю, будут ли гонки какие-то. Смотри, видишь, вот все, элит, элит, элит. И сюда, друзья, у нас бабки позволяют нам немножечко раскошелить. Мы ставим, естественно, от... Хотя, скорее всего, не будет как такового фрирума. Это гранд-тур. Но я все-таки верю в то, что какое-то продолжение. Может быть, что-то там еще интересненькое они придумали. И ставлю на дрифт вот сюда вот нитро. Все. 229 тысяч. Мне нужно 200 было с собой. Суббота, друзья. И... миллион! Вот это уже другой разгар. Я ждал. И, конечно, можно было и 3 сделать, чтобы я Широн мог себе позволить. Но миллион — это тоже неплохо. Друзья, миллион и еще и Чарджер. Почему Чарджер, я, кстати, не знаю. Но Чарджер 69-го года. И, друзья, все. BMW M2 Competition. Машина, которая есть у меня в реальной жизни. И на ней, в игре, под названием NFS Unbound. Новый NFS. Последний NFS на 2023 год. Я сейчас буду проходить финальную гонку. Финальную. Слушайте, ну едет она неплохо. У нее очень, кстати, какая-то отдаленная камера почему-то. Поэтому надо немножечко приближать. Друзья, я в предвкушении. Я, естественно, не знаю этот автомобиль. Я на нем не успел. Жажда скорости, скорость, да-да-да. Братан, сейчас все будет. Слушай, неплохо она рулится, в принципе. Она какая-то почему-то, мне кажется, очень тихая. Так, в принципе, ее, естественно, сну... блин, я не туда поехал, подожди, мы проехали. Друзья, я очень сильно нервничаю, потому что мне обидно, что это все заканчивается. Это было прекрасное время. Больше месяца мы проходили эту игру. Так, у нас... я не так сильно разъебенил машину, почему она такая битая, блядь? Так, ну-ка. Эй, кто станет богатым в этой ночи, а? Ты, бро? А может ты? А? А, кто знает, может ты? А? А может ты? А? Кто знает, да-да-да. Так. Смотри, там это, Алик опять, блядь, наготове. Ты чё там это, у тебя радикулит, что ли? Да, абсолютно права. Ага. Слушай, я хочу дропнуть фортуну, чтобы остановить нас. Ага. И чё мы будем делать для работы? А, слушай, я Дюна. Ну, я положил на команду, сохранил мир, гонки дома. Кока-кола в холоде. Все о семье. Скушал барбекю. Ну, короче, все заебись. Ну, примерно 8-9 раз это повторил. Давай покажем, что на самом деле происходит в Лейке. Ха. Слушай, я в кейсе. Я знаю, что ты, типа, ну, типа, я там извиняюсь, все дела. Но, как ты сказал, 2 года у меня было, чтобы сделать правильный выбор. Я не сделала. Да, слушай, Яс, короче, мне нужно до сих пор нужно забрать твою тачку вообще, как бы. Не думай, что ты, блядь, тут это самое, слезы проливаешь, а я, короче, это, типа, не заберу. Слезы, блядь? Ты чё, блядь? Не волнуйся, нахуй, все нормально. Я в следующем месяце в отпуск. Ну-ка заткнулись. Это вот это вот, да? Все, давайте, достаем телефончики и на стартовую линию, понятненько? Так, если вы нормальный 5-0, то это самое, кто-то идет вниз. Будет пиздец этой ночью. Давайте устроим в Лейкшоре гранд-тур! Да, блядь! Ой, она что-то какая-то ебаба, походу, да? Ну что ж, друзья. А, блядь, кринж какой-то. А, слушай, знаешь что? Давай-ка будем, блядь, одни из нас. Что? Ладно. Итак. Ну что? М2. Совершенно незнакомый автомобиль. 4 гонки. Так, а у нас, подожди. Чё? Чего? Подожди. Да ладно! Ой-ой-ой-ой-ой! Пацаны, на всякий случай скажу, что я записываю эту серию, еще не выложив предыдущую. И вы, скорее всего, об этом написали. Вы, скорее всего, меня предупредили. Я об этом даже не подумал.
Так, это, подожди, у меня есть машина. Я продал пузатика еще вдобавок. Нет, у меня есть все машины нужного класса. Ёбушки-воробушки! Мы сейчас просто это охуенно! Я, кстати, даже не мог предположить, что такое они сделают. Это охуенно! Они сейчас просто заставят нас немножечко... Ну, как бы, ностальгия — это немножко не то слово. Блять, что происходит? Ностальгия все-таки как бы у нас будет, наверное, лет через... Мне интересно, что с рестартами. Подожди. Так, я что-то... Блять, я сейчас рассчитывал на бешеную скорость, а тут какая-то херня происходит. Так, пацаны. Я думал, сейчас там это, в S+, будем кататься. Здесь каждый тур на каждый класс. Начиная с А. Б не затронули, как бы хорошо на самом деле. Он, в принципе, не нужен. Ёбушки-воробушки, это что такое? Я даже не мог подумать. Бля, какие они красавчики, разработчики. А ты посмотри. Они реально сделали так, что мы сейчас просто, ну, не, опять же, не по ностальгии, а вспомним вот то, что, через что мы прошли. Начиная от... Вот коп-еблан. Коп-еблан сейчас вот откровенно. Начиная от А-класса и заканчивая S+. Это гениально! Это реально гениально, это охуенно. Так, подожди, а почему я с... А, ну потому что у нас машина там, да, такого себе класса была. Бля, жесть какая-то. Какая-то жесть, друзья. Я не был к этому готов. Я думаю, что вы бы мне написали. С другой стороны, зато вы сейчас увидели мое искреннее удивление, потому что я бы мог узнать, знаете, типа, ну, такой прочитал бы комментарий, тогда бы офигел. А я офигел, получается, сейчас во время серии. Охереть! Бля, вот видите, все-таки есть плюс иногда выкладывать серию, ну, сразу, ну, фу, бля, короче, записывать серию сразу после записи предыдущей. Блин, конечно, ребят, ну, вы меня тоже поймите правильно, я к финалу столько шел, столько у нас всяких проблем было и столько всяких достижений, что, конечно, хотелось побыстрее окунуться. Вот это реально гранд-финал, а я думаю, че он гранд-гранд, бля, как, блядь, как он будет выглядеть? Ну, ты понятно, что награда неспроста такая, как бы. Так, ребята, у нас получается, что на каждый... На каждый класс по два рестарта? Или же, блядь, на все? Это вопрос, кстати, довольно логичный, потому что, знаете ли, ну, типа, наверное, все-таки на каждый класс. То есть мы сейчас, типа, в А-классе имеем право два раза рестарт сделать, мы имеем право, там, в А-плюсе и так далее, и тому подобное. Так, а в А-плюсе у меня что, получается, осталось? Подожди, что-то осталось? Меня бы не пустили, если у меня машины не было, я думаю, да? Скорее всего, нет. А, подожди, нет! Подожди, я что-то запутался нахуй, в смысле, блядь? Так, подожди, а я сейчас вообще... А, ну я машину не выбирал, потому что я единственный пузатик... Ой, пузатик, это няша остался, да? RX-8. Блядь, нет, стоп, все-таки... Я, подожди, стоп, я тупой слишком. Я думал, мы сейчас 4 гонки в А-классе, 4 гонки в А-плюсе, 4 гонки в С, 4... Я уже... Я реально обрадовался, я не охуел от такого количества гонок, я наоборот думаю, ебать, он будет охуенная серия на 2 часа по NFS Unbound по финалу. Так, подожди, то есть получается по каждой гонке... Ну, тоже неплохо, конечно, для разнообразия, скажем так, но мало. Мало, пацаны, я уже в голове у себя придумал идеальный финал НФС-ки. Ладно, 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 друзья. Ладно, ладно, хорошо. Меня такое тоже, в принципе, устраивает. Мне интересно, они, ну хотя бы они сделают какую-то очень крутую гонку сейчас, например, самую последнюю. То есть, типа, сейчас было бы логично, да, в S+, пихнуть гонку вокруг там всего Лейкшор. Это было бы жестко, реально. Так, ну на Корвитосике я только за прокатить. И на RX-8. RX-8, кстати, в неком плане... Так, по секрету вам скажу. Несмотря на то, что... Так, понял, я больше не хвалю эту машину. Хорошо, что я не успел это произнести. Я хотел сказать, в неком плане, она мне нравится больше, чем 180X, который мы недавно построили для S+. Но что-то нет, немножко сейчас... Немножко куда-то в сторонку меня сейчас потянуло. Не по моей воле, а по воле физики НФС. Так, блядь. Значит, ну, то есть всего 4 гонки все равно? Чё так мало-то, я не понимаю? Чё так мало? Я хочу гоняться. Я последний раз это самое прохожу, последний... Лирик, блядь, это что за хуеботина у него белая? Что это, блядь, нормально он, блядь, лезет? Его никто сюда не пускал. Блядь. Пацаны. Пацаны! Вы видели, да, пролагало? Пролагало, реально. Так, ну я, мы можем третьими прийти, нам главное не дисквалифицироваться, это самое главное. Но это как бы очень сложно на самом деле сделать. Почему гранд вот эти туры все в конце недели были легкие? Потому что наша задача просто прийти там, блядь, в первой шестерке. Даже не в первой тройке. Ну потом в конце самая последняя гонка там типа такая напряженная, но... Так, подожди, я может сейчас еще наверстаю. Блядь, корвет, блядь, давай без корвета, блядь, давай, блядь! Корвет! У тебя не корвет, блядь, у тебя RX-8, блядь. Давай, не тросик, ладно, потрачу, блядь, зря потратил. Блядь,
Долбан! Ну хуёвый, хуёвый, хуёвый финальчик, хуёвый. Так, ну ладно, не, мы проходим дальше в любом случае. RX-8 прекрасно, RX-8 прекрасно. Она вот такого стиля прям охуенная. Так, финиш в воду, да? Финиш в воду? Так, давай, давай. В воду же, не? То есть он только на жуке в воду улетал, я понял тебя. Так, сейчас S-класс будет, правильно я понимаю? Так, подожди, давай-ка я не буду скипать, чтобы что-то не пропустить информацию. Значит, так. Ну да. А, ну да, да, 4 вент. Блядь. Я думал, реально каждым... Я реально поверил в чудо, пацаны. Я реально поверил в сказку, которую сам придумал у себя в голове. Ну что за херня? Корвет, давай разъебывай! Ха! Бля, сейчас прикольно, кстати, будет. Получается, корвет против это, понял, да, прикол? То есть корвет такой же, как М2 же по стилистике. Вот это финальчик, пацаны. Вот это финал. Вот это мы красиво стелим, конечно. Вот это мы красиво стелим. Ну, нас, правда, тут всего четверо, но сейчас будет еще меньше. Так, все. Первое место, друзья. Только первое место. На корвете, бля, не имею права вообще. Не имею права сейчас как-то хуево стартовать. Ну, в смысле, не стартовать, а выигрывать. Ну, в смысле, проигрывать. Ну, в смысле, ты понял. Так, так, так. Инсерспер, блядь, всю. Мне кажется, что еще в конце сам будет какая-то погоня. Я, может быть, конечно, сейчас сам придумал, опять сам верил во что-то. Мне кажется, не закончится все просто 4 гонками. Ну, не может же такого быть, блядь. Ну, не может такого быть. Не, ну, понятно, что там будет какая-то катсцена, там все дела. Концентрейт, блядь, он рейсинг, конечно, блядь. А ты как думал? Тихо, тихо, тихо. Корвет идеален. Корвет, это спидрейс, интересно, сейчас у нас, или что, что-то просмотрел? Бля, что будет последним, интересно? Бля, опасно. Ну, корвет не подвезет, пацаны. Я вот в нем настолько уверен. Он реально, он меня, кстати, по-моему, единственный чуть ли не подвел ни разу. Вообще, у него же, по-моему, не было никаких даже этих вопросов. На нем, по-моему, даже я не рестартил ни разу. Че-че, блоу-джоб во время гонки? Ну, такое, блядь. Не надо блоу-джоб во время гонки, уж после. Так, 44-48% уже. 48%, друзья, без проблем. Корвет. Корвет. Блин, интересно, а может быть такое, что я, типа, дошел до финала? А у меня, например, денег не осталось на то, чтобы купить там 4 машины. Ну, типа, прикиньте, я там как-то потратил все таким образом, что все, пиздос. И что делать мне в такой ситуации? Непонятно, да? Наверное, это невозможно. Мне кажется, это невозможно. Так, ребят, корвет. Помните просто это чувство, когда мы его сделали, когда мы его купили, когда мы его сделали, и просто такие, о, бля, эта тачка реально топчик. Это реально тачка топчик, пацаны. Это было непередаваемо. ВМЭ, ощущение. Я, блядь, хотел дрифтануть и нитро желтое накопить, блядь. $1, да-да-да. Это все, что останется у моих соперников после гран-тура, блядь. Так, по-моему, там копья я там встречу. Понял, ничего необычного. Все нормально, 88%. Бля, ну пожалуйста, хотя бы S+, можно какую-нибудь гонку сейчас такую, я не знаю, там, чтоб пиздец, перестрелка какая-нибудь началась там на полчаса, еще что-нибудь. Ну, я не хочу заканчивать, ну пожалуйста. Ну хочется покайфовать, ну смысл, ну все, что, блядь, ну все, последняя гонка остается. Почему так грустно, я не понимаю, блядь. Почему так грустно? Вот почему так грустно? Так, ладно. Что-то у нас чувак не особо доволен, кстати. Угу. Ну, у нас как бы есть вариант взять этого тачку. У нас есть вариант это. Но, друзья, мы неспроста сделали М2. Спринтрейс причем, кстати. Нихуя не этот самый. Не, я не понимаю, почему не спидрейс. Почему не спидрейс? Что за фигня? Ну, поехали. Ну, поехали, пацаны. Поехали. Все. Ставим точку, красивенько. Хотя, может быть, я ошибаюсь, никто не знает. Так, Лирик и Рюдигер. Было бы прикольно, если бы это был Лирик и... Это самая Медуза, потому что больше они мне... А! Шидзоку, блядь, еще не хватает. А как Рюдигер-то прошел, блядь, я заикался. Так, все, едем. Куда ты лезешь? Ну, куда ты, Лирик, дорогой мой? Ну, мы же с тобой уже... Без рестарта, друзья. Давайте похар... Он меня реально сейчас по факту, бля... Выбросил, бля, куда-то в сторонку. Кстати, я купил максимально нитро на М2. Самое дорогое. Ну, так сказать, смог раскошелиться. Так, друзья, тут никакого места, кроме первого. Никакого места, кроме первого. И если бы у меня был Авентадор... Если бы у меня сейчас был Авентадор... Блядь. Километр разница, М2, ты чё нахуй? Давай, блядь, подожди, рестарт нажать всегда можно. Подожди, подожди, подожди. Пусть он куда-нибудь улетит, я не знаю, что-нибудь произойдет. Бля, ничего, что мне нужна заправка, блядь? Мне нужна заправка так-то, блядь, я не привык к этой машине, это пиздос. Её носит пизда, надо было 35% или 30% делать. Так, ребят, ну на Авентадоре это было бы зато скучно. Мы это прекрасно понимаем. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому я выбрал вот именно такое решение. У меня нихера нет КП. Я не знаю, что произойдет, кстати, если я разъебусь вообще фламину. 500 метров. Почти 50%. Так, подожди, мне нужна заправка, блядь, как ее зацепить?
зацепили. Блять, как она дрифтит, а? Не, я привык немножко к другому, подожди, это, она прям на 40% что-то люто дрифтит. Я думал, она будет не так сильно. Блять, я должен его догнать, я должен надрать жопу этому Макларену. Я должен его попку сейчас сладенькую догнать. Подожди, давай, 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 как-нибудь, я не знаю. Блять, носит пизда машина, пизда носит машина. Смотри, ну, естественно, рестарт никто не запрещал, а прикинься. А я же, получается, уже если сделал свой выбор, ну, в сторону машины, я же поменять ее не смогу, скорее всего. Ребята, 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 я сам люблю себе все усложнять. Я люблю усложнять. Потому что тут скорее. Вот как, на чем обычно, я думаю, финал, да, проходит? Среднестатистический игрок NFS Unbound. Он, скорее всего, накопил на какой-нибудь Ламбо, реально Авентадор, там не Авентадор, Макларен какой-нибудь. Ну или берет там тачку Асап Роки, если, может быть, кто-то фанатеет от его творчества или, в принципе, от его машины, да? Мы-то уже на 190-ке накатались. А мы с вами сделали все по-хардкорному. 80 метров, блядь, до него. Ну давай, 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 80. Блядь. На поворотах догоняю его. На поворотах реально по факту догоняю его. Тихо, 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 братан. Тихо. А ну-ка полетел. Блядь, я хотел, чтобы он полетел. Я не специально это сделал. Лирик, братанчик, прости, я реально хотел, чтобы он взлетел, блядь, а не врезался. Ну ладно, немножко грязный финал, друзья. И коп еще бах нахуй уебался. Все, все. Пей-хи-ти-ти, блядь. Пей-хи-ти-ти. 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 Танец похитити, танец похитити. Танец похитити, танец похитити. Пей-хи-ти-ти. Бля, с грязью, конечно, но в целом, блядь, нормально. Че, реально все, блядь, все что ли? Ну какого хуя смысла? А почему там было написано Charger? А, блядь! А почему Charger, блядь? Если Сильвию я выиграл. А этот хули, блядь, тут катается-то, я не понимаю. Он проебал миллион долларов, ну не миллион долларов, в смысле, он проебал, а о чем он дрифтит-то? Так, ну встречают меня неплохо, учитывая, что я приехал на какую-то разъебуше. Эй, Яс! Да ты дикий, чувачела! Да, мы сделали это. О, все любят под собакой. Че, серьезно? Алик, ты как вообще? Да, бля, сломала семью. Спасибо тебе. Бля, я въебал. Почему звучит так круто? Бля, слушай, короче, ты слишком импрессивный, чтобы работать на Алика. Как много времени я тебе об этом говорила. Никогда не ставь на одну лошадку. Когда выиграю я, проиграет я выиграю. Что? Люблю, как Джасмин это говорит. Да. У меня оверрейтинг. Нахуй ее. Э, бро. Подбросишь? Эй. Ты заработал ее. Блять, это была моя машина! Так легко. Всего лишь один пинок и все заебись. Пинок? Слушай, Райдал хотел бы увидеть все это в работе. Ты думаешь? Да, мне нужно немножечко, так сказать, вернуть вот эту тачку в гараж. Попробуй, блядь, сама. Угу. Ну и колхозная хуйня, конечно, блядь. Ради нее столько, блядь, столько всего пережили. Нахуй она сдалась-то мне? У меня машина поинтереснее есть, чем эта Сильвия, блядь. SX ебучий. Чё, все? Ага. Так, 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 подожди. А, мы типа вдвоем с ней смотрим. Подожди, а чё? А почему она сжала мою М2? Если разъебет она сейчас ее. Да, а что по классу-то? S+. Неплохо, блядь, она преобразилась. Пока меня не было. А, так, они что-то пиздят, что-то важное, скорее всего, да? Так, подожди, я ее должен выебать? Ну, в смысле, не в гараже, а сейчас на дороге. Так, подожди, подожди, подожди. Блядь, она реально М2 на моей раздает, блядь, нормально? Не, нормально, я вообще-то не доверялся ей. Блин, ну выглядит охуенно, выглядит охуенно. Вот это реально финал, пацаны. Вот это реально финал. Вот это охуенно. Блядь, пизда-то. Вот это превьюшечка, да, красивая? Блядь, не, вот отсюда интереснее смотрится. Вот так вот, бля. М2 такая, наверное, заблюренная будет. Типа такая, я дофига, типа, интригант такой. Типа, чего же я там купил такой? Хе-хе, прикольно я придумал. Так, ладно. Ладно. Ну, блядь, все столбы собрала, нахуй. Ну, зачем он ей руль дал, я не понимаю. Зачем он ей дал руль, я просто не понимаю. Опа. Ну нахуй там столько мало места-то, блядь. Слушай, ты позволишь мне? Да, дам тебе шанс.
Значит, наоборот. Этот, слушай, а почему у меня 5? Подожди, блядь, мне вот это, вот сейчас вот нихуя неспроста написано 5 уровень, ну, сверху вот это, да? Пацаны, есть подозрение, что сейчас будет какое-то продолжение. А нихуя Сильвия, да, пизда, что, блядь, по городу? Просто 350, блядь, без нитро. Нормально? Нормально она едет, блядь? Я понял, блядь. Я понял, нахуй. Нормально, да? То есть вообще совершенно, блядь, пиздец. А что он так ебенит-то? Блядь, она причем, кстати, это я ничего не хочу говорить, но она единственная машина, которая контролируется... Показалось. Я думал, она единственная, которая контролируется в дрифте на скорости 300. Чё она пиздит там? Она пусть лучше извиняться сейчас будет в гараже, блядь, за то, что я вообще устроила. То туда, то сюда, я ее должен еще был простить, еще что-то сделать с ней. Да, кстати, знаете, я даже забыл, если честно, вообще, как так получилось-то, что это... Сильвия такой стала. Там как-то все поначалу такое было непонятное, что я не помню, я вроде... Я же ее превратил реально в это, да? Или ее превратили в это? То сейчас запутался уже, блядь. Как у меня машина стала так выглядеть? Чего не пиздят? А мы реально круизим по городу, да? То есть вместо того, чтобы сейчас какую-то погоню устроить пиздатую, там, от копов, типа, пятый уровень, нихуя там, блядь, накрыли копы, последняя гонка, последнее отрывание от мусоров. Мы сейчас просто ездим и пиздим, да? Я починился, кстати. Было бы неплохо, я проехал уже. Я не понимаю просто, вот реально, мы сейчас какого-то кругаля жесткого даем. Короче, что-то важно, скорее всего, они сейчас что-то говорят, да? Что-то обсуждают планы, что вообще происходило в последнее время. Чё, железка она станет? Какой гараж, блядь? Бля, почему он ее так легко принял обратно? Типа, ну, это нормально? Чё за терпильские движения? То есть он... Как, какая разница вообще, как при каких обстоятельствах так получилось, что она там это, начала... Ну, спиздила, работала там на кого-то, и потом вот так вот легко мы ее просто взяли и обратно приняли. Ну, это какой-то пиздец, я считаю. Та тоже, блядь, там, ставочница, блядь. Да, промисес. Так, пацаны, я что-то не понял, она, по-моему, М2 разъебала, я ее на карте не вижу. Мне это не нравится. 360 без нитро. Ну, понял. Не, ну в целом тачка очень крутая. Вот это. Прям пиздос какой-то. 368. Я вряд ли, конечно, накоплю здесь нормальное нитро. 368 это максималка. 370 там с небольшим она может ехать. Так, догоняет. М2 все-таки целая. Да чё они там говорят-то, блядь, а? Я уже принял, что это, у меня, ну, типа, ну, русификатора вообще, в принципе, нет, и что, как бы, я там более-менее что-то перевожу, а сейчас-то вообще сложно, блядь, во время гонки какой-то... ЕБАТЬ! Ну, вы понимаете, да? Это вот такие вот, вот моментики физики НФС, я ничего не могу сделать, я даже тормоз не нажимал, у меня машина просто полетела бочком, и все, как бы, я вообще ничего не сделал. Ну ладно. Так, ну я надеюсь, что мне не надо здесь прийти первым. Я надеюсь, что тут не так это работает, да, что сейчас, типа, если придешь первым, тогда красавчик, а если не пришел, то все, ты проиграл своей же машине, своей же бывшей подруге, блядь, и все, короче. Тут, мне кажется, я быстрее машину разъебу, вот в чем прибыл. Ну, кстати, это самый прикол, что это реально гонка вокруг, ну, не острова, а вокруг города. То, что я ожидал именно в плане гонки, здесь это просто как бы реализовано в плане последнего круиза. Так, лучше так, ну его нахер, не, это Сильвия, она как-то, я не знаю, какая у нее настройка, бля, разъебал М2! Пиздец, блядь. Не, такое платить за ремонт-то будет, я не понимаю. У меня денег нет, все, блядь. Ну так, чуть заработал, конечно, там, миллиончик. Да, то есть, короче, здесь рассчитано так, что Широн ты можешь себе позволить только в лучшем случае в самом конце игры. То есть в нем, в карьере ты не получаешь, вообще, ну то есть его, на него не накопить 3 миллиона с лишним. Ну и чё? Ну и чё? Чё будет катсцена с этим Райделом, блядь? Скорее всего, да? Макларен. Я его, кстати, продал. Подожди, у меня этот Макларен выигрышно стоял, его слил нахуй. Который я выиграл недавно. Или это не он? А, это Корвет. Подожди, Корвет. Тут что тут за машины, блядь? Это чужие какие-то. Так. Меня там Land Rover ковыряет. Эй, Райдл. Смотри, кого я нашел. Sounds pretty. А, звучит прикольно. Воняет тоже nice ничего. Too. Райдл, я... Слушай, это был просто выстрел. Этот придурок что-то починил. Он починил себя, я говорил ему. Бля, а зачем я это сделал вообще? Я тебя слушаю. Бля, у меня боль в жопе. Как там высокие? Най, переоценены. Ты взял турбо, что ли, или что?
Блять, с того времени, как ты сделал это в книге? Слушай, никогда не поздно стартануть. Угу. А у меня лишний тут, да? Ну, обнимется, что ли, что? Ну, ладно. Вот так вот, друзья. История о двух мужиках, которых просто опрокинула баба. И спустя время они ее прощают. Вот такая вот история, блядь. Просто вот взяли и простили. Блядь, ну ебаный вру. Вот. Ну, блядь, что гонять хочу? Ну, сделать там еще S++ класс, я не знаю. Ну, я как... Вот как так, да? 43 серии. 43 серии, друзья. 43 серии и... Что там, титры? Блядь. Так. You completed the story. Well done for completing the NFS Unbound story. Continue to raise, earn money and customize your rides to perfection in single player mode. Or build up your garage in the online world. Where you can challenge other racers and show off your style. Так, подожди, а что тут? А. Ну, то есть просто какая-то, типа, следующая, условно, неделя. И, то есть, например, ну-ка, и что тут за год? Мне просто интересно. Что, блядь? И как я должен зарабатывать, мне интересно, по 3000? А, ну вот, 36 что-то есть. Короче, по сути, там, я так понимаю, наверное, бесконечные недели будут продолжаться. И ты можешь, как бы, так же... Подожди, вот доставка. Прям так. 3000 всего лишь, я понял. Ребят, ну что я могу сказать? А ну-ка, подожди, что за рейтинг у этой машины? У этой машины рейтинг 386. 367 максималка. Нормально, блядь. Друзья, миллион долларов на счету. Несколько автомобилей. И даже если я сейчас продам все... Сколько у меня вот, интересно, стоит? Вот смотри, 253, М2 260, 335 этот. Мне не хватит на Широн, например. Я не знаю реально, как я должен был кататься. Это надо было на одной машине просто проходить всю игру, чтобы как-то накопить на Широн в конце, наверное. Друзья, ну что я могу сказать? Я, в принципе, уже за время прохождения сказал все, что думаю об этой игре, потому что она действительно... О, блядь, чуть не продал, блядь, я хотел выбрать. Она действительно оказалась... Вот это тот самый случай, когда я... Вот, бля, как сейчас помню, у меня есть в телеге посты, еще где-то я об этом говорил, что, говорю, мне спрашивали, типа, Саня, там NFS Unbound показали геймплей первый, вот это все, скажи, что думаешь, вот как хорошо, что я оставил все это в себе и правильно сделал, я всегда вот считаю, во всех, вот, нельзя говорить, если ты не попробовал или не знаешь какой-то вот, если ты вот просто что-то увидел, прочувствовать надо, про машину также можно сказать, про все что угодно, вот про игру. Я реально думал, что дерьмище полное. Я вам на полном серьезе говорю. Я думал, что я зайду разочек, может быть. Тем более, знаю, что нет русского языка. Как бы я не смогу понимать, что там происходит. Я думаю, зайду, ну, разочек надо посмотреть. То, что, ну, может быть, ошибочное мнение. Или вообще, в любом случае, посмотреть. И, скорее всего, типа, там, заброшу и даже проходить не буду. Но нет. Но и то это произошло не сразу. Вы помните, с серии, наверное, к 10-й это начало происходить. И меня игра начала прям жестко цеплять. Короче, это одна из лучших NFS, наряду, наверное, с Payback'ом. Мне очень понравился Payback в свое время. Это был, наверное, самый лучший NFS за последние, там, блядь, 10 лет, наверное, или сколько там можно сказать. Как эти 10 лет так быстро пролетели, я, правда, не понимаю, ну ладно. А теперь еще есть NFS Unbound. И несмотря на вот эту мультяшность, игрушечность, и, может быть, все равно, либо я, конечно, не так до конца понял сюжет, либо, ну, все равно, мне кажется, мягко говоря, такой... Вот эта календарная история, день-ночь, заработок денег, постоянно ты думаешь, особенно вот помните, вторая неделя, конец первой недели, вторая, там даже третья неделя, это просто ты такой думаешь, как вообще накопить на что-то, как вообще, как... и этот хардкор меня безумно заводил. Это вот такая NFS, которую я действительно ждал в плане хардкорности, чтобы ты вот так вот тебя могут поймать, потом все не по плану, уже машину не купить, тюнинг не сделать, короче, мне прям очень понравилось, друзья. Но история закончена. Огромное спасибо всем, кто смотрел все эти 43 серии. Друзья, давайте хэштег от начала до конца, если вы смотрели каждую серию. Теперь будем думать, что проходить следующий, какое-то прохождение в ближайшее время начнется. Ну а вам, друзья, советую подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии, пишите ваше мнение об игре, как вам по 10-бальной шкале, может быть. Вот просто оценочку свою, будет очень интересно почитать. NFS Unbound, спасибо тебе. Я думаю, что мы не прощаемся с игрой. Есть еще какие-то моменты, которые я хотел бы проверить. Да, помните, там, дрифт, не дрифт, драк, не драк. Вот, ну, не драк, а этот, там, сравнение, еще что-нибудь построить, еще что-то. Я думаю, что мы сюда вернемся.
есть, но, по крайней мере, мы прерываем это каждодневные выпуски. Это было прекрасно, друзья. Огромное спасибо. До новых встреч. Проводим игру лайкусиком. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.